Всем привет, с вами Пандора, и вы, как всегда, на моем канале. И сегодня, ребят, я стану дочкой, и я буду искать себе злую маму в Брукхевене, РП. Ну что ж, предлагаю начинать, давайте сделаем себе скин. Убираем все наши прибамбасы. Так, сейчас давайте по центру, чтобы меня хорошо было видно, сделаем. Итак, тут, в принципе, одежды нормальной нету, поэтому давайте вобьем в поисковик. Так, пинк, давайте вобьем розовый, ну, потому что... Ну, розовенькая, как бы, девочка, да? Ну, как бы, вы все поняли. Давайте как-то оденемся прям по-модному. Я прям не знаю как, но прям по-модному как-то. Вот, давайте, в принципе, вот эту вот такую юбочку выберем. Вот, и теперь кофту тоже самую пинк вбиваем. Вот, все, ребята, отлично. Посмотрите, мы теперь ищем кофточку нашу. Это не подходит как-то, знаете, это как-то тоже... Так, это тоже, понимаете, тут какое-то все говнецо пока что. Так, давайте найдем еще. О, хотя подождите, вот это вроде бы ничего было. Где этот костюм? Где эта кофточка только что была? Подождите. Где эта кофточка только что была? Блин, я нажимала, получается. Так, это вообще какой-то купальник. Так, вот. Вот этот вроде. Ну, вроде ничего смотрится, но мне как-то и не особо нравится. Давайте что-то модное. Так, давайте, во-первых, определимся, сколько нам будет лет. Я думаю, давайте вобьем 10. Ну, давайте вот это вот, в принципе, возьмем, я не знаю, по приколу. Теперь предлагаю выбрать волосы. Волосы выбираем. Волосы нужно какие-то, знаете, блондинка. Я буду блондинкой. Так, 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 так. Кстати, ребятки, если вы любите играть в MM2, то есть в Murder Mystery, то напишите, во-первых, об этом мне в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну а также, ребят, я ролик назад снимала MM2, можете посмотреть, у меня даже есть отдельный плейлист на канале про MM2. Вот, поэтому обязательно посмотрите, вот. Так, ну я не знаю, какие волосы взять, нужно какие-то прям красивые, знаете. О, ребят, смотрите, вот это вроде бы красивые такие волосы, красивая прическа, мне нравится. Вот, но все же что-то не хватает, вот что-то, вот понимаете, что-то не то. Что-то вот не то, я не понимаю, нужно как-то прям идеально. О, ребят, ну смотрите, ну вроде бы и ничего, ребят, ну вроде бы как бы норм, да? Оставляем, давайте теперь выберем наушники. О, вот такие вот наушники. А, ну хотя подождите, волосы какие-то не очень с наушниками, поэтому давайте быстренько сейчас поменяю, чтобы вы долго не ждали, уже возьмем какие-нибудь. Ну вот, давайте, ну вот, вот эти вот, в принципе, норм. Или давайте вот этот. О, вот этот оставляем, короче, нормас. Все, отлично. И давайте, может быть, чупа-чупс какой-то возьмем. Вот. Вот, но я считаю, ребят, у нас скин просто идеальный. Посмотрите, я считаю, что это прям по-модному. И можем еще сумку взять. Вот, все, ребят, посмотрите, все обеспечено, все круто. Меняем теперь дом в розовый. Вот в такой вот малиновый. И нам нужно покрасить машину. И сейчас мы, собственно говоря, и поедем на спаун. Так, красим в малиновую, такой вот, в розовую машину. Едем на спаун искать мамку. Так, тут у нас полиция, короче, тут, видимо, воры. Так, можете, пожалуйста, отъехать, потому что я не могу проехать. Что это вообще такое? Беспредел какой-то. Полицейские стали посреди дороги. Так, ну, господи, танки ездят. Какой-то чел страшный стоит, посмотрите на него. Капец полный. О, смотрите, там какая-то девочка стоит. Давайте, так, давайте. Ищу маму. О, ребят, я придумала, сколько мне будет лет. Пиши я. Пиши я. Так, пиши я. Ты не хочешь быть моей... О, она хочет быть моей мамой, ребят. Вообще отлично. Так, давайте напишем имя. Имя, давайте, Катя. Катя. Давайте напишем сколько. 16 лет. Я считаю, это вообще прекрасно. 16 лет. Все. Я Катя, мне 16 лет. Вот так вот, видите? Вот так вот я оделась. Вот такая вот я девочка. Ну что, мама, пошли домой. Мама, пошли домой. Пошли домой. Я надеюсь, она, кстати, будет строгая, но уже как бы какая попадется. Ну, пошли домой, что стоишь? Пошли, давай. Пошли, ну так пошли, давай. Че ты это? Че тупишь? Ну не тупи, Заюш. Какой дом? О, стойте, что она делает? Какой дом? Алло. О, она машину поставила, все, отлично.
Ок, все. Отлично, ребятки, едем. Ну, а мы пока едем, обязательно подпишитесь на мой канал, так как я считаю, у меня очень много разных крутых видосиков. Кстати, обязательно все посмотрите. Я не знаю, зомби-апокалипсис, это прям легенда, я считаю. Вот, вот такие вот дела. Мы едем, короче, домой. А куда мы едем? А, мы, наверное, 24-й дом едем занимать. Я надеюсь, мы же не у меня будем жить, потому что, ну, как бы... Кстати, наши дома будут по соседству, ребят, я считаю, это вообще прекрасно. А, ну, хотя и не очень классно, но прекрасно. В общем, вот такой вот дом ставит девочка непонятная какая-то. В общем, идем. Вот такой вот дом она поставила, самый обычный, ребят. Самый обычный дом. Ну, хоть покрасить, не знаю, вру. О, ребят, ну это уже другое дело, она прям меня чувствует. В розовый покрасила. Все отлично. Ну, мамы, кушать я хочу, как бы, ну, кушать, да, кушать это святое. Кушать, ребят. Ну, я кушать хочу. Так, пошли. Все отлично, давай, я посижу на диване. А хотя не на диване, посижу на стуле. Господи, что такое малиновый стол? Капец какой-то, ребят. Что это за стряпню она мне приготовила? Я в шоке, ребят. Ну ладно, хотя бы тут мясо есть, какая-то зелень. Ну, а жри. В смысле? А ну хотя, ребят, мы же, в принципе, искали злую мамку. Но я не знала, что она сама окажется злая. Я думала, нужно будет просить, чтобы она была злая. Ну, это как-то вообще жестко. Ну ладно, поем уж так уж и быть. Я не знаю, давайте посижу в телефоне, в айпаде. Вот, буду, короче, сейчас возле телевизора сидеть, залипать. Так, давайте усаживаемся. Вот так вот вообще, я считаю, ребят, я считаю, что это вообще... Эх, куда? Что? Что куда? Я не поняла вообще. Что это за наезды? Так, уроки иди делай. Нет, я не хочу. Я не хочу. Какие уроки? Фу, какие уроки? Какие уроки еще? Вы что? Если вы тоже не любите, ребят, делать уроки... то напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, сколько нас. Таких вот. Быстро пошла. Да ну ладно, пойду уж так уж и быть. Ну типа, что такая злая? Короче, занимаю вот эту вот комнату, она самая... Хотя, нет, есть тут какая-то с компом, я не знаю. Так, это ванная. Ну это какая-то вообще детская непонятная. Ну вот это вот будет моя комната. Короче, ребят, сейчас буду делать себе перестановочку. Вот, потому что, мне кажется, так надо, понимаете? Так, и где же мне поставить туалетный столик? Скажите мне, пожалуйста. Ну, блин, тут горшок, понимаете, вообще не в тему. Почему он тут стоит? Вот кто просыпается, вот, встает, и тут нужно, понимаете, убиться, понимаете, можно, когда только проснулся. Ну, реально, вообще неудобно. Так, давайте берем туалетный столик. Или же зеркало поставлю, короче, еще не знаю. Ну, туалетный столик, в принципе, тут норм смотрится, правда, косметикой вот этой вот нюхать, понимаете, где, если тут спать. Ну, ладно, что ты стала, господи, она как привидение, ребят. Вот, возьму вот этот, в принципе, он красивенький очень. Так, пошли, куда? Куда? Куда, алло? Что ты хочешь? Какая швабра, я же уроки пошла делать. Я же уроки пошла делать. Пошла делать, какая швабра? Какая... Так, давайте, какая еще уборка? Алло! Алло, ребят, что это вообще такое? Убирайся. В смысле? Сама убирайся из дома, блин. Потом сделаешь. Такое не подходит. Надо маме попугать. Наверное, она хотела написать... помогать. Нет. Все, я уроки пошла делать. Все, давай, убирайся, давай. Не-не-не, все, пошла отсюда. Пошла отсюда, я тебе говорю, мамка, блин. Она какая-то вообще непонятная. Не-не-не. Все, я пошла искать компьютер. Ах, так. Что она так? Она, наверное, злится, короче. Короче, ребят, я пошла какать. Я какаю. Я какаю. Тихо. Тихо, не мешай. Не мешай, алло. Я какаю, все. Мамка, ты что? Не-не-не, ребят, мне кажется, не-не-не, это станет легендой, это будет прям ключевое слово. Слышь, ты чё? Слышь, ты чё? Она меня лупит, ребята. Не-не-не, такое не подходит вообще. Я сейчас в комнате запрусь. Мамка, такое не подходит вообще. Чё это вообще за приколы? Ты... Она пошла меня искать, походу, ребят. Короче, заколачиваемся! 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 Блин, я не могу от нее убежать.
Ты такая приставучая, блин, такая каприза. Короче, посижу тут. Я не знаю, где от нее спрятаться. Но это какой-то, ребят, ужас, реально. Так, нужно думать логически, куда мне спрятаться. Она меня нашла, я не могу. Я тебе сейчас ведро на голову поставлю. Все, я у ребят сваливаю из дома. Ты шо? Она дом закрыла, твою дивизию, блин. Нет, все, я какаю. Все, я какаю. Нет, все, ну реально, пошла, блин, в баню. Я пошла уроки делать. Ладно тогда. В смысле, я пошла уроки делать. Кстати, вот еще неплохая комната. Ну ладно, уже как бы вот так вот будет. Короче, все, ребят, я пошла в комнату делать уроки. Так, где у нас вообще компьютер? Где мне учиться? Скажите, пожалуйста. Так, вот такая вот у меня ванная есть. Кстати, можем вот тут спрятаться, в принципе. Классное место. Во, смотрите. Правда, Катя 16 лет выдает, ну а так норм. Да блин, иди отсюда! Да ну отвали от меня, да ё-моё, ну что ж такое? От нее вообще не спрятаться, понимаете? Она какая-то вообще непонятная. Иди жрать готов, там мы только ели. Ты что, прикалываешься? Там мы только ели. Алло! Что это вообще за приколы? Давайте, что я возьму? Я возьму сейчас украшение, украшу себе всю комнату. Мамка, ну ты, блин, отойдешь от меня когда-нибудь? О, ребят, смотрите, розовенько, красиво. Вообще, мне нравится. Все, я, короче, буду... Ты что, пистолет взяла? Ребята, ну это вообще какой-то уже ужас. Это не мамка, а какой-то трындец. Все, не мешай. Не мешай, я заболела. Все, не трогай меня, мамка. Все, я сплю. Ты что стреляешь? Да что такое? Ты мне тут давай зубы не заговаривай, она, наверное, хотела написать. Или что-то там не спи, или что она хотела написать. Короче, я не знаю. Что, блин? Ну, блин, иди жрать готовь. Слышишь, ты что уляглась? Вообще уже, ребят, ну, не мамка, а капец какой-то полный. Вообще, беспредел, капец просто. Ну, давайте постоим в холодильник, а типа мы готовим. Типа мы такие очень занятые, ребят. Короче, ребят, если вам нравится этот ролик, обязательно влупите лайкосик. Я буду спать, ок. Все, окей, я слежу за тобой. Слышишь, следит она, я тебе еще послежу. Короче, ребят, у меня родилась гениальная идея. Я считаю, вам очень она понравится. Вот, может мне снять пранк над этой мамкой во второй части? Если вы хотите вторую часть с этой мамкой, ребят, то поставьте, пожалуйста, 4000 лайков. 4000 лайков, и я снимаю вторую часть. Ну хотя бы, ребят, ставьте 2000 лайков, это как минималка. Но лучше, ребят, ставите 4, прямо сразу вылетает вторая часть. Вот, поэтому обязательно ставьте лайки. Вот, также подписывайтесь на мой канал. И, ребят, я вам обещаю, если вы выполните все условия, которые я вам сейчас сказала, то я, ребята, сниму пранк над этой мамкой. И я считаю, что это будет прям капец как весело. Поэтому, если вы хотите вторую часть, выполняйте условия. Вот, ребят, поэтому давайте. Вот, я вас верю. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока, котики.